В пятницу 28 октября состоялось очередное заседание Народного собрания с единственным вопросом в повестке – утверждение структуры и персонального состава исполнительного комитета. Еще в самом начале депутат Сергей Чемпаеш выступил, чтобы уточнить некоторые моменты. По его словам, накануне состоялось формальное заседание лингвистической комиссии, которая проверяла кандидатов в члены исполкома на знание гагаузского языка. Вчерашний день все точки над «и» расставил. Я узнаю, что вчерашний день прошла быстренько какая-то лингвистическая комиссия формальная. То есть вы все знаете, что не все члены исполкома владеют гагаузским языком, но тем не менее они получили положительный результат. Большинство депутатов поддержали предложенную структуру исполнительного комитета, а затем перешли к персональному составу. Я сейчас, когда слышу, что комиссия говорит о том, что лингвистическая комиссия утвердила, все сдали на знание языка, есть решение, есть протокол. Кто может ставить под сомнение решение лингвистической комиссии? По итогу за полный список состава исполнительной власти проголосовали 18 депутатов. После этого члены исполнительного комитета приняли присягу. Мария Статова, Григорий Ставилов, Алексей Герчуг, РТ Новости.